Здравствуйте, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Сегодня у меня обращение будет к моим подписчикам, и не только к подписчикам, просто к зрителям моего канала. Я не знаю, с чем это связано, то ли потому, что на всероссийском ВГТРК «Радио России» прошел мой эфир, то ли потому, что вы, мои любимые зрители, делитесь, рассказываете о том, что существует такой канал, о том, что, значит, есть такой человек, который рассказывает про животных, решает некоторые проблемы. Ну, в общем, всплеск популярности моего канала очень сильно вырос. Я получаю огромное количество сейчас писем, с которыми не всегда получается у меня справляться. То есть я хочу сказать вот что. Я отвечаю на все абсолютно письма. Может быть, кому-то раньше отвечу, кому-то позже, в зависимости от сложности ситуации, в зависимости от дефицита времени, которого я имею, но я отвечаю на все письма. И огромная просьба у меня ко всем моим зрителям, когда вы просите меня решить какую-то проблему, связанную с коррекцией поведения вашей собачки, очень большая просьба, описывайте проблему целиком и полностью. То есть, вот даже лучше всего будет, если вы эту проблему снимете, ну, хотя бы на мобильный телефон и пришлете мне видео. То есть, вот, например, со страхами связанную проблему, там, с вопросами питания связанную проблему, там, с вопросами агрессии связанные тоже. Пожалуйста, более детально описывайте, в чем проблема, как это выглядит. Мне вот, понимаете, для того, чтобы решить вашу проблему, я не могу не поставить диагноз больному, если я его не вижу. Поэтому либо вы детально описываете проблемную ситуацию, либо вы снимаете, что будет гораздо лучше, снимаете эту проблемную ситуацию на видео. И еще такая просьба. Комментарии на YouTube внизу не оставляйте. Я специально даю ссылочку вот здесь вот, вот для ваших вопросов, для того, чтобы вы слали мне именно на электронную почту. Потом по средствам электронной почты мы с вами свяжемся. С некоторыми мы вполне возможно потом войдем в контакт на скайпе и будем решать уже более детально проблему, если она, конечно же, будет того стоить. Еще раз хочу сказать спасибо всем большое. Очень рад, что популярность моего канала выросла. Спасибо за хорошие письма, спасибо за хорошие вопросы. Отвечаю я на все вопросы, может быть, кому-то раньше, кому-то позже. Но все мы люди, у нас у каждого есть дефицит времени, тем более лето, прекрасная погода, как бы тут и таких дел, и рыбалка, и своей собачкой позаниматься надо. И ребенок у меня недавно родился. В общем, спасибо, ребята, всем. Отвечаю на всех, более детально описывайте проблемы, комментарии не оставляйте на канале, именно на YouTube, а пишите письма вот, по той ссылочке, которую я даю, medved@mail.ru. Спасибо за внимание, с вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег. Доверие и уважение, и у вас все получится.